Всем привет, и с вами любимая телепередача ДЗК. С вами сегодня Валик Михиенко, Андрей Лузанов, Коля Зрянов и я, ее неведущий Стас Давыдов. У нас случилась проблема, что кто-то очень умный не нажал кнопку пуск на рекордере, у нас не писался звук. Мы этот фрагмент ставим в начало видео как дисклеймер, чтобы вы не очень обижались на то, что у нас очень говно звук, но мы старались, это смешно, это пилотный выпуск, а пилотные выпуски, как всем известно, всегда выходят классные, но только не у нас. Все ж любят пилотки. Поэтому смотрите, что у нас получилось в самом начале. Правила ДЗК. Вы загадываете ответ, вам накидывают вопросы, и таким образом вы смотрите своих оппонентов. Если вы рассмеялись, то... Ответ переходит к следующему игроку. Если вы рассмеялись, то вам смешно. Планально. Привет, привет, ребята. Это программа ДЗК. Это Валик Михиенко, Андрей Лузан, Коля Зарянов, а я хуй знает, кто вообще это такой. Это наш специально приглашенный гость, лучший подписчик, который оставил комментарий у нас под видео. Кстати, сегодня мы с вами празднуем наш выход первого видео и отмечаем его с нашим любимым брендом воды. Это Боржоми. Поздно пить Боржоми, когда отказала печень. Поэтому мы начинаем играть. Также спонсор этого видео Мамин Узвар. Мамин Узвар. Мамин Узвар. Это будет лютый трэш, потому что мы не умеем шутить. Все втроем, только один Никита. Вот вы увидите, бенгер будет 100%. Поехали. Если вы вдруг не знаете, что такое ДЗК, приходите по ссылке на наш основной либо вот тут, вот тут. Вот тут ссылка будет на наших друзей. Львы на джипе. Львы на джипе. Это мы первые придумали на самом деле. Да, они у нас украли идею. Ну как украли? Мы ее повзаимствовали, так как они наши друзья, поэтому, ну... Мы не против, в принципе. Мы не против. Да. Можете пользоваться, там зарабатывать свои 136 тысяч подписчиков. Ну, смотрите, пройдет 2 дня, и у нас будет 36 подписчиков. И это еще не предел. И это будет лучше, потому что у нас будут искренние, настоящие наши утята, а не то, что вот это вот... Валик, ну пригласи нас, пожалуйста, на передачу. Да, мы специально стараемся, записываем это, чтобы показать, что мы можем импровизировать, мы можем нормально выглядеть на камере, ну, я так точно. Погнали, итак, специально приглашенный гость, Тимофей, пожалуйста, можете загадать ответ? Я уже загадал. Блять. Тима, как ты думаешь, ты максимально уебанский сейчас выглядишь в кадре? Не, ну это кусочек сыра. Когда девушка взяла у тебя в рот и такая говорит, блять, что это такое соленое? Не, ну это кусочек сыра. Сыночек, это прах нашего дедушки. Не, ну это кусочек сыра, ты же не видишь. Бомжи на улице гуляли и нашли пенопласт. Не, ну это кусочек сыра. Пане президенте, вы называете это гуманитарной помощью? Как на это, блядь, выжить можно вообще? Не, ну это кусочек сыра. Любой ребенок, когда смотрит на Луну. Да нет же, это кусочек сыра. Проктолог смотрит на твой снимок и говорит, что это ты за предмет себе засовывал в жопу? Не, это кусочек сыра. Мужчина, у вас что, хуй стал в общественном транспорте? Да нет же, это кусочек сыра. Оригинальный ДЗК, ну типа, ну как оригинальный, пародия. Они рекламируют выпивку, а мы рекламируем табаки элитных кальянов, да? А лучшие табаки это, ну, производители братские народы. Это Россия, Dark Side, и Украина, Honey Badger. Их совмещаете и получаете Донбасс. Загадал. Пошел нахуй. Бабушка с пистолетом. Внучок, ты сегодня кушал? Бабушка с пистолетом. А вот эта бабушка стоит с писто в летний день. Бабушка стоит с писто летом. Что такое писто, блядь? Загадал. 3 редиски, 5 лучков, 8 морковок и все это у тебя в пакете. Не, ну это кефир получается. Прокисшее молоко. Сука. Не, ну это кефир получается. Когда девушка кончила тебя на живот. Не, ну это кефир получается. Как дед убеждал тебя пить свою сперму? Не, ну это кефир получается. Смотри, этот дядя идет шоколадка. А этот дядя идет беленький, такой, как мы его назовем. Не, ну это кефир получается. Когда одна камера записана 25 кадров, а вторая в 50. Не, ну это кефир получается. Когда залупка туда-сюда качается. Ну, это кефир получается. Когда доставка заказал кефир, а тебе привезли. Кефир получается. Когда геи кончили в жопу. И он пукнул. Кончили.
Ну, это китайский гей, зовут его Кунчили. Есть ответ. Давай пройдем без киберпанк за один день. Давай сделаем это. Давай сделаем то. Давай сделаем это. Что сказал твой Баля перед прыжком в самолет и без парашюта? Давай сделаем это. Пукнуть себе в кулачок и понюхать. Давай сделаем это. Давай отрежем собаке хуй и прищем его наоборот. Давай сделаем это. Адам и Ева перед появлением первого человека. Давай сделаем это. Давай сделаем это. 15-й тазик на Новый год. Холодца! Давай сделаем это. Yes. Ты русский или белорусский? Не, ребят, ну это не я, честно. Кто трахает твою девушку? Не, ну ребят, ну это не я, честно. Кто убил Иисуса? Не, ну ребят, ну это не я, честно. Кто я? Не, ну ребят, ну это не я, честно. Да, да. Ты думал, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Почистил бананчик и скушал. Взял мандарин? Почистил бананчик и скушал. Навальный перед отравлением? Почистил бананчик и скушал. Когда на карантине, блядь, сидишь голодный, у тебя весь кот по имени Бананчик. Кажется, жизненная ситуация. Почистил бананчик и скушал. Праздничный обед любой африканской семьи. Почистил бананчик и скушал. Это ты котенка убил? У меня бы глоточек воды. Каждый нефтянский праздник. У меня бы глоточек воды. Твоего друга зовут Глоточек, и ты просишь его дать воды. Мне бы глоточек воды. Иисус, блядь, да ты заебал вечно все в вино превращать. Мне бы глоточек воды. Есть ответ. Когда целый год не трахался. А ствол-то заряжен. Когда в детстве взял палку, так сделал. Я загадал. Ебет собака твою ногу, и ты такой. Джумай Синба. Лучший шампунь. Джумай Синба. Как там пишется на экране, когда победил противника Mortal Kombat? Джумай Синба. Джумай, Син и Ба. Это три человека получается? Джумай Син. Ба. А усики-то не побрил, бля. А ножки-то оторвало. Кто доскачет, той москаль. А ножки-то оторвало. Когда повесил на стенку пропаж ножки, кто-то подошел и так вот сделал. А ножки-то оторвало. Когда ты очень смешной террорист, сделал теракт и смотришь такой. А ножки-то оторвало. Вот, смешил, а ножки-то оторвало, блядь. Бомж такой залазит в канализацию, а там, блядь, ему нахуй учитель сплинтер такой начинает затирать. Отрасти усы. Когда я не знаю, до чего доебаться до бородатого мужика. Отрасти усы. Тебе пришел, короче, друг и жалуется такой, блядь, у меня волосы на лобке не растут. И ты такой наклоняешься и орешь ему в хуй. Отрасти усы. Просыпаешься такой, залазишь в холодильник, он тебя отвозит на третий этаж, поднимаешь, и там барная стойка, и ты заказываешь блюдо по имени. Дымит почему-то. Тушишь костер, он твой. Дымит почему-то. Когда забыл затушить свечку на Пасху, у тебя квартира горит. Дымит почему-то. Загадал. Ну все-таки, кто лучше поет, Джерри Хейл или Путана? Я готов. Что сказал еврей перед тем, как зайти в газовую камеру? Я готов. Оргия там, где участвует только М. Я готов. Стать отцом 50 детей. Негров. Инвалидов. В принципе, вот я уже готов, да. Я загадал. Малинку будешь? Не сегодня. Развитие. Не сегодня. Дядько, в тобі уже 120 кілограм сала, коли в зал підеш? Не сьогодні. Да єсть після Нового року середку під шуби? Не сьогодні. Ти відео розміри?
До зарплаты осталось 3 дня, девушка тебе говорит, давай закажем этот сет суши, очень кушать хочется. Ну не сегодня, у нас проект интересный, и коллектив хороший, поэтому кушать не будем. Какой лозунг Министерства культуры Украины? Не сегодня. Ты звучало смешно в твоей голове? Когда я нормально пошучу? Не сегодня точно, блядь. Загадал. Побрил пятку. Как-то холодно. Прилетел в Африку, а там... Как-то холодно. С бутона залез в холодильник. Как-то холодно. А почему бомжи зимой на теплотрассе спят? Как-то холодно. Ник сгорел после катки в КС, ты трогаешь его попку, а там... Как-то холодно. Засунул руку прям по локоть такой, чтобы точно убедиться. Точно холодно. Трогаешь свою мертвую бабушку. Я просто ждал, когда мы про смерть начнете шутить. Как-то холодно. Верховная Рада, сидят депутаты и принимают новый закон. И такие, я буду за него голосовать. Этот закон. А что у тебя там шуршит? Белка пробралась к твоим орешкам. А что там шуршит? А что там? Погадал. Значит, ебутся два пидораса. Один из них... Них команд. Ну а хоть ты жвачку на батарею, блядь, положил, сам будешь отбирать. Нет, я эти подачки не беру. На тебя подает лучший форвард страны. Нет, я эти подачки не беру. Держите, вот ваши подачки. Нет, я эти, именно эти подачки не беру. Человек при смерти, давайте подадим ему кислород. Нет, я эти подачки не беру. Что означает кольцо в левом ухе? А звенит как? Любой атеист, когда слышит звон колоколов. А звенит как? Когда пиздишь по голове чувака с протезом. Шнурки завязал, а потом развязал. Ну это Шанел. Понюхал говно бомжа. В жопе шерсть. Давай распилим. Бюджет Украины. Давай распилим. Когда ты даун, своим другом распилил палку и стоишь смотришь. Давай распилим. Давай все-таки, может быть, разопьем этот напиток. Давай распилим. Такой видишь лишние запчасти в корпусе, берешь болгарку. Давай распилим. Медведь на любой корпус смотрит. Давай распилим. Личности, шум. Да. Ты индейец, ты нахуя в танк насрал? Я мать твоих детей. Что сказал Олег Виталик? Я мать твоих детей. Что сказала Ева? Как он? Адаму. Мать твоих детей. Загадал. Твой Найки полное говно. Вот это номер. Когда девушка сидела на хую и сделала сальтуху. Вместе с тобой. У собак, когда их сфоткаешь. А глаза-то светятся. Прогулялся по Чернобылю. А глаза-то светятся. Идет свинья по потолку. Вот вам проститутка приехала. Любит друзей. Миша, все хуйня, давай по новой. Загадал. Слышишь, она хоть тебя на нос в жопу засунула. В любой точке страны. Нищета. В любой точке страны. Вся страна. В любой точке страны. Ни одной девственницы. В любой точке страны. А где ты говоришь, в Африке нет воды? Африка – это не страна. В любой точке страны. Загадал. А вот это наша новая марка носков. Они сразу грязные. Примерите. Тапки есть. Стоишь перед тапками и такой, даешь им команду. Тапки есть. Видишь, комар летает на такой голове, ага. Тапки есть. Голодомор. Тапки есть. Догадал. Слышишь, там, где, блядь, нарыгал, где вот это заставь кого-то поугарать, потому что я вижу, ты сам не в состоянии. Это мой новый телефон. Расстаешься с девушкой и забираешь свои подарки и такой... Это мой новый телефон. Это не Киев, детка. Это Чернобыль. А какой аромат? Покакал. Какой аромат? Понравились духи, спрашиваешь. А какой? Загадал. Что у тебя поляшком течет, блядь? Это зебра. Как зовут его девушку?
Сука! Это зебра. Какой на вкус апельсин вместе с спермой твоей матери? А сделай ритм Back in Black AC/DC. Вот прощайся с гробом дедушки. Забей два гвоздя руками. Загадал. Носки по локоть натянул. Флаг Украины. Чем вчера жопу подтирал? Флаг Украины. Представь ситуацию. Ты бухал всю ночь и решил пописать в синее море. На флаг Украины. Загадал. Это зебра? Ты шо, Ваня? Не, ну олень. Загадал. Мокрая плесень. Это все наркотики. А что ты переспал с тем негром? Это все наркотики. Народные котики. Это все наркотики. Слышь, что ты зубы выпил уже, заебал? Это все наркотики. И выходишь на маковое поле и такой... Это все мои наркотики. Загадал. Слышишь, ты гном, еще раз доебешься до этого великана, сам будешь разбираться, понял? Грязные пальцы. У Никовуйчича. Грязные пальцы. Загадал. И что ты вот мокрую воду несешь? Я на это не подписывался. Подпись на паспорте. Я на это не подписывался. Куки на любом сайте. Я на это не подписывался. А ты купи слона. Пальчики облизал. Потрогал жопу бомжа, пальчики облизал. Курночку, а що ти таке говориш, марінжити, хуінжити? Нахуя воно тобі, блядь, бать, пробуйте ти не. Ніхуя не понял. Як я так быстро это сказал? Я готовился. Поменяли батарею? Загадал? Да. У немого человека. А звука-то нет. Сидишь перед телеком, ковыряешься гвоздем в ухе. Зачем? Да, нахуя? А потом хуя? А звука, да не пропал уже. Ребятки, всем большое спасибо за то, что вы посмотрели этот прекрасный выпуск. Мы хотим пожелать вам счастья, здоровья, удачи. И подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить больше интересных видео. С вами был... Забыл, кто с нами был. И с вами были Валентин Прекрасный, Никита Доблестный, рыцарь, Владислав Владик и Тимофейчик. Не, Владислав Славный. И с вами были Валентин Прекрасный, Владислав... Сука! Владислав Сука. Никита Пидорас и Тимофей. Долго. Всем пока, смотрите до заката.